Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний влог я хочу начать прямо с утра, сделать вместе с вами масочку и показать попутно вам свои новинки от компании Green Mama, пока у меня будет действовать масочка. Я уже сходила в душ, сегодня у меня вообще по плану хочу заскочить в пару магазинчиков, в том числе Фикс Прайс, сейчас же скоро 14 февраля. Я думаю, там, наверное, появились интересные новиночки, да. Хочу посмотреть, что им для декора дома, я думаю, будет интересно. Ну, а сейчас я уже умылась и буду делать вот такую, это у них новинка. Вот такая маска, крем-маска, крем-эксфолиант для лица 2 в 1. Содержит кукурузную пудру и используется как маска. То есть нужно нанести ее на, как маску, обычно на влажную кожу на 5-10 минут, потом помассировать, то есть как проскрабировать немножко, и потом смыть. Супер вообще! На самом деле мне очень понравилось, потому что улучшает цвет лица и получается такой, ну, как бы легкий пилинг. То есть это не скраб, да, такой вот прям жесткий, а слегка. Вы массируете, получается вот, ну, в общем, кожа в очень хорошем состоянии, прям такая... Уходит такая излишняя серость кожи, не знаю, она как обновляется даже. Мне очень понравилось, я с огромнейшим удовольствием пользуюсь. Вообще косметика Green Mama, кстати, на мой взгляд, очень достойная. И еще вот такая масочка, это гидрогелевые патчи для глаз. На самом деле, я вообще, вот, у меня уже, наверное, половины нет где-то, но очень много у меня уже нет. Использую каждый раз, когда делаю какие-то масочки. Особенности хорошо с утра, можно положить также в холодильник, и чтобы убрать какие-то отеки, да. Мне очень понравилось, хорошо очень питает кожу. Единственное, что для меня это именно такая, как маска для области вокруг глаз, гелевая такая. Ну, в общем, сейчас все с вами нанесем. Немножечко я вот так смочила кожу. Будем с вами наносить. Я буду наносить пальчиками, потому что я испортила свою кисточку. Вот он такой... желтенький. Там такие, знаете, как желтые вкрапления, такие очень-очень мягенькие. И вот вы наносите, я прям очень, ну, кто любит легкие пилинги такие, я прям очень рекомендую. Вот видите, такие маленькие-маленькие частички содержит. Я вначале просто наношу для того, чтобы, ну вот как и положено, да, 5-10 минут хожу, потом буду массировать. Ну и пока у меня эта маска на... Нанесу вот эти гелевые патчи на область вокруг глаз. Видите, они такие, ну просто такой гель. Но классно увлажняет. Вот таким вот образом выглядит. Просто я таким плотным слоем наношу. И когда наносите, я не держу это в холодильнике, но все равно такое ощущение как бы прохлады какой-то появляется. И сейчас, пока у меня действует вот эта масочка, я хочу вам показать новинки, которые у меня появились от марки Green Mama. Очень достойные, бюджетные, я не знаю, очень классные продукты, на мой взгляд. Сейчас вам все покажу. Итак, пока действует масочка, давайте я вам покажу мои новиночки. Заказала вот такие сливки косметические для снятия макияжа. Извиняюсь, я вовсю просто пользуюсь. На самом деле, мне очень понравились эти сливки. Череда, корень одуванчика, пахнет чем-то таким зелененьким. Слегка практически... Практически нет никакого аромата. Слушайте, отлично снимает макияж. Вот я сейчас пользуюсь только им. Для сухой кожи, мне кажется, вот в зимний период времени вообще просто бомба. Честное слово, я снимаю макияж даже с глаз. Но у меня нет никаких водостойких средств. Тональная основа у меня что-то из серии BB-крема, да, такого легенького. Там туши не водостойкие, карандаши не водостойкие, тени тоже. Но снимает отлично. Я наношу на глазки вначале немного. И пока у меня растворяется, ну, глаза при этом держу закрытыми, да, пока у меня растворяется, я массирую полностью всю кожу лица, потом немножко глазки так слегка, и все замечательно смываю потом водой и умываюсь умывалочкой. Слушайте, мне понравился вообще такой формат, и вот эти сливки, ну, то есть отлично, отлично убирают косметику, загрязнение и так далее. Они такие прям жиденькие. Вот видите, смотрите, сколько у меня уже нету, девочки. Вот нажимаю, ничего не вытекает. То есть, ну, обычно как вот такие, как молочко такое, я бы даже назвала это. Очень классно. Посмотрите, у меня уже половины нет, потому что сейчас пользуюсь, только им очень нравятся. Такие два тоника у меня. Один для сухой нормальной кожи с экстрактом клюквы. И второй вот этот вот тоник для сухой нормальной кожи, земляника, череда. Вот этот мне понравился больше, но это и заметно. Правда, вот этот подороже, этот подешевле.
дешевле получается. Вот этим я пользуюсь перед масками какими-нибудь, знаете, вот что-то такое. Он как бы тоже неплохо, но вот этот вот мне понравился больше. Он чем-то напоминает тоники с витамином С, знаете, которые вот очень люблю его использовать, особенно по утрам, которые прямо вот очень хорошо тонизируют кожу. Как бы как улучшают кровообращение, что ли, что-то в этом духе. Да? Кожа становится такой розовенькой прямо. Ну, хотя, видите, здесь и написано, улучшает кровообращение, ускоряет регенерацию кожи. Видите, вот такой очень мне понравился. Девочки, я все ссылочки вам оставлю внизу в инфобоксе. Ну, этот тоже неплохой. Вот этот, кстати, очень приятно пахнет. Чем-то зелененьким и какими-то ягодками. Вот такое ощущение, что листиками, наверное, брусники пахнет. Ну, такой приятный, но не навязчивый, не резкий аромат. А вот этот чем-то мне таким кисленьким. Вот я почему его сравниваю с тониками с витамином С? Потому что чем-то таким кисленьким еще отдает. Ну, класс, мне вот этот очень понравился. Так, и масочки. Вот эту я вам показала, да, вот это сейчас на мне находится. Очень мне понравилось. Тоже ее там прилично уже использовала, потому что такой легкий пилинг, хорошее очищение кожи лица. Мне вообще очень понравилось. Вот покажу поближе, видите. С аллантоином, расторопший, окопником, не знаю, кто это такой. Вот, но вот эти вот кукурузные, на самом деле, очень-очень классные. Вот, кому интересно, поближе. Вот, вот 2-3 раза в неделю, мне кажется, я раза 3, наверное, в неделю использую, потому что мне понравилось. И вот эти, которые у меня уже тут заканчиваются, гидрогелевые патчи, тоже очень классные. Я уже сказала, что мне очень нравятся. Они не текут, то есть они такие, как прям гель. Вот видите, я капельку выдавила, они как даже не то, что гель, как желе такое. То есть они не текут, не стекают, не размазываются, остаются на коже все время, пока вы ходите. Классно. Еще у меня вот такая масочка появилась, тоже мне очень нравится использовать ее по утрам. По мне она вот хорошо, хотя это питательная маска, по мне так она хорошо очень тонизирует кожу. То есть как-то я почему-то другой эффект увидела, но очень тоже хорошо придает вот 15-20 минут, но она не подсыхает, и я хожу в ней, на самом деле, мне кажется, иногда даже дольше. Имеет такой зеленоватый аромат, но я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Вот видите, я рукой шевелю, и вот эти вот патчи, они так и остаются. Вот видите, вот и такой розовато-беловатый цвет имеет эта маска. Вот, ну тоже классная, очень достойная, на мой взгляд. Мне так она как бы тонизирует. Вот люблю с утра ее тоже наносить, потому что кожа становится такого вот, ну тоже хороший цвет лица приобретает. И как вот, знаете, как просыпаюсь в этой маске. Тоже очень понравилось. И еще вот такое молочко увлажняющее для тела. Череда масла облепихи. Ну, тоже имеет такой зеленоватый аромат. Ненавязчивый. Вот это все не имеет навязчивого какого-то аромата, который, знаете, вы будете ходить и пахнуть им. Нет. Достаточно быстро выветривается. Я не так много использовала. Молочко очень хорошее. Хорошо распределяется, увлажняет хорошо. Вот такое вот это молочко. То есть оно такое прям легкое. Единственное, что сейчас у нас холода в Питере наступили. И я, конечно, в холода люблю более такие тяжелые средства, но вот это вот я оставлю себе на лето, честно, потому что летом будет отлично, не оставляет никакой пленки. Вот я его сейчас разнесла, сейчас даже вот этот блеск впитается, и будет все отлично. Нет ни пленки, ничего. Хорошо, вот по утрам я обычно такие средства использую, быстро впитывается. Аромат у него такой зелененький, с какими-то цветочками. Зеленый аромат. Я думаю, вы понимаете, да, о чем я говорю. Какими-то листиками зелененькими пахнет. Ну, такой ненавязчивый аромат вообще. Он, то есть, перебивать запах вашей туалетной водички он не будет. Вот. И легенький, быстро впитывается, хорошо увлажняет, коже комфортно. Но вот сейчас я говорю, я пользуюсь более такими тяжелыми прямо средствами. А вот этот оставлю летом, мне вообще будет идеально. Просто идеально будет. Вот, еще такой аромат у него, ну, какой-то, ну, приятный такой, знаете, есть зеленый такой прям ядреный аромат, а у этого такой приятный такой, ну, не то чтобы травы, какими-то листиками зелененькими, с цветочками какими-то, вот. Ну, в общем, на самом деле, марка Green Mama достаточно достойна, как я уже сказала, и, в принципе, практически все, вот особенно вот этот тоник, маски, патчи, вот эти мне очень понравились. Я вам оставлю промокод со скидкой 15%, он действует до 15.04. Я, в общем, вам и ссылочки все оставлю внизу в инфобоксе, и промокод. Так что обязательно переходите, смотрите. Так, ну что, уже прошло минут 10, даже, наверное, чуть-чуть побольше. Я так, на самом деле, времени не засекаю, просто пока делаю какие-то быстренько дела по дому, масочка у меня работает. Значит, вот видите, она даже не подсыхает, она очень хорошо
где-то впитывается, где-то остается. И гидрогелевые патчи, вот эти тоже, вон, видите, они не высыхают. Вот мне что в них очень сильно понравилось, почему я так много использую, потому что они не высыхают. То есть вот обычные патчи, когда наносите, если они начинают высыхать, они начинают сушить кожу. Здесь такого нет. Это просто реально вот для меня как маска. Классно. Вот, и сейчас как раз помассируем, мы будем смывать всю эту красоту. И вот видите, смотрите, какая кожа получается розовенькая такая. Прям вот, прям молоденькая, я бы так даже назвала. Очень мне понравился этот скраб. И нет чувства ни стянутости, ни сухости, ничего вообще. Вот, но я побежала собираться, и надо ехать еще по делам. И заскочим вместе с вами в Фикс Прайс. Так, ну что, я приехала домой, хотела там с вами поснимать, вам показать что-нибудь. Но у меня что-то заглючил телефон, может быть, от холода, я не знаю. Ну, в общем, он мне не хотел включать камеру, так что сейчас просто покажу вам свои покупочки, которые я сделала. Зашла еще там в продуктовый магазин. Он, кстати, стал заходить сейчас в магазины, там Пятерочка, еще всякое такое. Но я бы не сказала, что дешевле прямо сильно. Нет, есть, конечно, какие-то товары, типа серии «Красная цена в Пятерочке», да, там и всякие такие, ну, которые дешевле. Но так вот прямо, чтобы я увидела огромную разницу с лентой, и что лента дороже, я не знаю, как в других городах, но у нас в Санкт-Петербурге нет, такого нет. Мне кажется, наоборот, даже некоторые продукты выгоднее, что ли, купить в ленте. Что касается тех же фруктов и овощей, я могу сказать, что в ленте они намного лучше, намного качественнее, чем в той же Пятерочке, вот в этом магазине, в котором я сейчас была. Там, конечно, вообще, ну, реально гнилые лежат мандарины, это вообще как? То есть их даже никто не убирает, они просто лежат гнилые. Конечно, я понимаю, что на складах может творить все, что угодно, ну, как-то я не знаю, вот. Еще хочу в парочку магазин тоже сходить, посмотреть. Ну, тут Перекресток еще ничего, но там не дешевле, чем в ленте. Там даже, мне кажется, подороже. Вот, в общем, сейчас покажу, что купила в Фикс Прайсе. И да, Фикс Прайс у нас не такой. Я вот иногда смотрю там обзоры девочек на Ютубе. Ну, там мне в рекомендованные иногда попадает, что они там покупают там обзор полочек каких-то в Фикс Прайсе. У нас такого ассортимента нет. Я не знаю, где искать хороший Фикс Прайс, но да, у нас вообще практически ничего нет. Сейчас для Дня Святого Валентина валялись там, просто вот реально валялись сердечки всякие, достаточно симпатичные, но все какие-то рваные, все непонятно что. В общем, какой-то кошмар. Да, так что вот так вот. В общем, сейчас покажу покупки. Заскочил еще вот такой магазин, называется «Семи шагов». Вот такой вот. В общем, купила там кое-что. Вот такой батон «Оладушкин». Это я на котлетке посушу. Сушу, потом просто в контейнер мы складываем. И нормально, в общем. Вот такой хлеб. Я, кто вот живет в Санкт-Петербурге, очень советую попробовать Сестрорецкий хлебзавод. Очень вкусный вот этот хлебец ленинградский. Он внутри с изюмом, посыпан сахарной пудрой и вот такими орешками. Просто нереально вкусный. Можно с маслом, можно без, просто с чаем. Очень вкусный. На завтрак я его обожаю. И он такой, ну, достаточно плотный внутри. Безумно вкусные. Вот кто из Санкт-Петербурга, обязательно, если увидите, попробуйте. Также купила здесь йогурты. Вот такие с малиной, с манго по две штучки. И вот такие еще Даниссимо. У меня мужчины мои любят. Вот такой взяла с маракуйей манго. И вот такие с бельгийским шоколадом. Так, дальше здесь вот такой арахис взяла. Бланшированный, правда, соленый. Не соленого не было, но у меня муж любит соленый. Взяла вот эту икру Балтийский берег. Очень она мне нравится. Это, конечно, не настоящая икра, но очень вкусная. Мне нравится, тоже на завтрак люблю. Сырок еще вот такой купила. Не знаю, что это за сыр. А, это пошехонский сыр. Мой любимый тортик. Я обожаю из всех вафельных тортов. Я люблю вот такой вот полярный тортик. Очень он вкусный. Тем более там был на скидке, поэтому я взяла. Здесь у меня еще котам взяла несколько пакетиков. И тоже на скидке за 120 рублей был вот этот бри президент. В общем, взяла кусочек тоже. Тоже люблю его, обожаю.
вот такую гречневую лапшу. Первый раз вижу такую марку. Ну, наверное, какая-то марка. В общем, взяла для сковородочки вок, как раз подойдет. И набрала вот таких шоколадок. Девочки, я была голодная. Вот я люблю вот такую. Мне нравится с кокосом. Ну, и вот такие решила две на пробу взять. Вот, так что вот такие у меня были покупки. Жучек, правда, очень мелкий, но постараюсь показать. Вот такие цены. Вот, ну и вот оставила 1192 рубля. Вот так. И всего-то, да? Ну ладно, сыр бри. Как бы, ну такое, баловство, в общем. И вот мои покупки фикс прайс. Значит, купила вот такую крымскую соль. Не знаю, впервые такую буду пробовать, с ароматом апельсина. Я себе добавляю в скрабы. Видите, она такая не сильно, как это, крупная. И плюс у меня детки еще купаются в соли, так что с ароматом апельсина. Вот такое кило 255 рублей, мне кажется, очень бюджетно получается. Вот. Дальше взяла попробовать вот такой кондиционер, литр 25. Там одна девушка брала прям несколько штук, и я тоже решила одну штучку взять, попробовать. Вот такой кондиционер для белья. Дальше взяла бритвы мужу себе. Ну, не знаю, такие одноразовые, пойдет, не пойдет. Вот, себе такие розовенькие взяла. Так, потом в связи с состоянием, я бы так сказала, в Китае, очень нужная вещь. Я, кстати, часто такие покупаю в аптеке. Ну, всякие разные, которые есть. Бросаю себе в машину и вот... Вот, стоил он, по-моему, 55 рублей. Нет, он не 55 рублей стоил. Мне кажется, в аптеке, по крайней мере, раньше было дешевле. Вот, но я уж раз увидела, думаю, надо взять, тем более у меня мои все закончились вот такие. Ну, это на спирту все, конечно, руки подсушивает обычно. Вот, ну, попробовала одни, вроде руки не сухие, вроде ничего. Уже один раз нанесла, 55 рублей. А, вот, 55 рублей стоило. Ну, мне кажется, в аптеке, значит, наверное, столько же где-то примерно. Вот, и своим деткам я купила, во-первых, старшему сыночку купила ручки в школу вот такие гелевые. Не знаю, у него разные всякие ручки, он бывает с девчонками делится, там, с друзьями, в общем, теряет их, в общем, все как всегда, вот такие ручки. А вот это я купила маленькому, не знаю, может быть и старший тоже будет у меня раскрашивать. Смотрите, какие огромные раскраски, вот такие классные. Это про сказки чудесные, и вторая — это пиратские приключения. Мне кажется, здорово, может быть... Ну, знаете, может быть, и старше у меня присоединится. Вот такие вот классные раскраски две взяла. И, соответственно, фломастера взяла. Хотя у нас есть еще фломастеры. Ну, такие за 55 рублей. Подумала, нормально будет. Так, и купила здесь еще вкусняшек. Как вы поняли, я была голодная. Пряники с начинкой из клюквы. Я обожаю пряники с клюквенной начинкой. Вот такие, правда, маленькие они, как подушечки. Дальше у меня здесь конфетки. В прошлый раз брала конфетки, очень понравились, поэтому решила в этот раз такие другие взять. Вот эти вот марсианка, трюфели, конечно же, куда я без трюфеля. Вот, потом еще вот такие колечки печенья в сахаре взяла. И вот эти вот штучки, я помню, в детстве, кстати, очень часто мне мама покупала вот эти зерна риса. Очень вкусные. Вот такие две штучки тоже деткам взяла. И вот такую вот арахисовую смесь с фруктами. Я сама люблю, и муж у меня любит, и дети, кстати, меня тоже любят вот такие штучки. Вот, так что вот такие у меня были покупки в фикс прайсе. Сейчас я покажу чек. Вот такой чек у меня получается. Вот. В принципе, 149 рублей. Это, я так поняла, вот это стоит 149 рублей. А так все, в принципе, бюджетненько. И сумма у меня составила 895 рублей. И сейчас еще, девочки, хочу показать. Вот я специально взяла вот этот журнальчик в фикс-прайсе. Блин, тут столько на самом деле всего интересного. Но я не верю, что все прям реально разобрали. Вот таких кружек не было. Я специально, кстати, ходила в фикс-прайс. Хотела еще кружечку себе какую-нибудь красивую посмотреть. Вот такого не было. Тарелок таких не было. Вот только подсвечники вот из этого всего у нас были. И вот такое сердечко. Ну, такое сердечко мне как-то не понравилось. Больше ничего не было. А, еще вот эта подвеска была. Но она так себе по качеству. Мне кажется,
быстро износится. То есть вот, вот такой красоты, как здесь, вот таких баночек я не было, не знаю, рамочек вот таких не было, ничего этого не было. Блин, мне надо какой-то, наверное, другой фикс прайс. Вот таких кружек тоже не было, потому что я бы взяла бы себе вот такую бы точно я себе взяла, потому что я люблю, если уж я наливаю себе чай, то я люблю пить вот с такой большой кружки. Вот, вот таких кружек мужских, смотрите, какие прикольные, тоже не было. Я бы мальчишкам бы своего вот такую бы купила бы, мальчишкам своим. Ничего такого не было. Ну, в общем, мне кажется, у меня просто такой фикс прайс как бы не очень, поэтому мне он и не нравится. Вот, вот таких ручек тоже не было. Я, ну, я там прям подвисала, достаточно долго ходила, ничего такого не было. Так что новинок на самом деле очень много, но надо какой-то другой. Но у меня и фикс-прайс такой маленький достаточно. Я знаю, что есть побольше такие. И, кстати, хочу показать, смотрите, у меня здесь цветочек зацвел, вот этот вот. Вот у меня такой цветочек тут стоит, вот фиалочка моя на окошке. Вот видите, какой. И он у меня зацвел, смотрите, какой смешной цветок на самом деле, почему-то вниз вот сюда. И здесь вот еще одна стрелочка, я так понимаю, что это еще один цветок. Смотрите, какой смешной на самом деле. Вот такой у меня цветет цветочек. Вон, видите, какой смешной. И почему-то вниз загнулся, почему, непонятно. Сейчас, кстати, девочки, посмотрела в интернете, есть адрес одного фикс-прайса, я мимо него частенько проезжаю. Надо будет как-нибудь мне заехать, просто для сравнения посмотреть ассортимент. Так что обязательно заеду, на этой неделе уже нет, наверное, на следующей неделе я как раз буду мимо проезжать. Поеду в другой фикс-прайс, посмотрю, просто у нас он даже по площади очень маленький, вообще там раз-два обчелся, и все навалено друг на друга, непонятно что. Даже бытовой химии там мало разнообразия, я знаю, что там некоторых Ленор продается, но у нас такого нет, вот, так что вот так вот. В общем, вот такие вот у меня были покупки, но конфетки, кстати, из фикс-прайса очень вкусные, да. Вот, не зря там, кстати, все время, когда захожу в наш фикс-прайс, там всегда очень много народу около этих конфет. Так что, да, вот. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Ходите, смотрите, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую. До новых встреч.